Всем привет, друзья, с вами Маломадрас, и у меня для вас есть интереснейшие и полезные новости. Я расскажу вам о невероятно крутом баге или фиче, называйте как хотите, которая пока что работает в PUBG Mobile и уверен будет очень полезной для вас. Если это действительно окажется так, обязательно ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Подобное видео уже снимал мой коллега по PUBG Mobile DreamPUBG, но его видео посмотрело не очень много людей, а о таких фишек должно знать как можно больше игроков, пока это не пофиксят. Поэтому мы связались с Тыквой, и он поделился со мной информацией специально для вас. И спасибо ему огромное за это. Я уверен, что вы и так знаете Дрима, но ссылку на его канал я все равно оставлю в описании. Так вот, суть состоит в том, что есть несколько мест в PUBG Mobile, в которых вы 100% найдете флайерган. Dream показывал 3 места, сейчас же вы увидите даже 4 локации, где можно найти заветную ракетницу. Ведь в обычных катках эта вещь крайне редкая, так как несет в себе либо двойной аирдроп с двумя комплектами оружия, либо БРДМ. Неизвестно, когда разработчики пофиксят это чудо, но на момент съемки этого ролика все работает. Будем надеяться, что фикс произойдет не скоро. Все места находятся на карте Miramar, и первый флайерган можно найти в локации Minas Generalis, в точности, где я показывал. Забавно, что этот флайерган лежит просто на земле, как будто бы его просто кто-то выбросил, но это вполне рабочий флайерган с одним патроном. Как он там оказался, я расскажу чуть позже. Ну а мы выдвигаемся к следующему флайергану, который находится в городке Чумасера, на одной из крыш. Именно на вот этой крыше будет лежать красный пистолетик, который позволит вам вызвать дроп либо бронетачку. Следующее место находится в городке Ля Кабрерия, на севере карты, и лететь нужно в точности туда же, куда и я. Пистолет будет лежать на крыше салуна. Ну и четвертое место в городе Сан-Мартин, на крыше самого высокого здания. Итак, все эти локации содержат в 100% случаев флайерган. Именно там, где я показал. Я даже в нескольких катках для проверки проезжал на эти места снова и каждый раз находил там флайерганы. При желании даже можно собрать их все 4, если этого не сделал никто до вас. Почему же все они там находятся? С выходом обновления 0.18 ненадолго разработчики вводили режим «пыльная дымка» или как-то так он назывался. Так вот, в определенных участках карты возникала торнадо, в центре которого лежал обычный аирдроп, а внутри него флайерган. Я правда думал, что такие места будут появляться рандомно, и найти дроп можно где угодно внутри торнадо. Но оказалось, что это не так. Видимо, мест было всего 4, и они были точно определены. Режим довольно быстро убрали, торнадо и аирдропы тоже, но вот флайерганы походу забыли. Так что теперь на местах красно-синих ящиков можно найти просто лежащий пистолет. Я решил проверить, будет ли это работать в кастомках, но, к сожалению, в кастомных матчах флайерганов на этих местах нет, а очень жаль. Так или иначе, пока у нас у всех есть возможность находить ракетницу в гарантированных местах, пока это не исправили. И я надеюсь, что это произойдет не скоро. А также надеюсь, что видео оказалось для вас полезным, тогда обязательно ставьте ему лайк и подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Маломадрас, увидимся в новом видео. Всем пока!